Дедалі частіше люди страждають від різних алергій. Чому сьогодні настільки поширена сезонна алергія і які причини її виникнення? Ми запитали у лікаря-алерголога. Імунітет у алергіків ідеален. Он даже иногда гипервысокий. И наоборот, это как раз та форма иммунитета, которая генетически она должна быть подавлена. Ведь иммунитет, от чего раньше умирали люди? Это были инфекции, это были вирусы, бактерии. Что сейчас? Где бактерии? Где вирусы? С нашей такой идеальной, идеальным стремлением к чистоте, к порядку, к использованию огромного количества чистящих каких-то средств, дезинфектантов, мы теорию вот чистоты возвели просто в ранг какого-то идеала. Поэтому иммунитет и переключается у пациентов с иммунитета противовирусного, противобактериального на аллергический. И, казалось бы, растения для того, чтобы любоваться, получать наслаждение, выдохнули, нос заложило, слезы потекли, приступ удушья свершился, либо появился зуд. Ірина пояснює, що на виникнення алергії впливає цілий спектр чинників. Грає роль генетика, грає роль вот та теорія чистоти, у которой ми вже з вами упоминали. Грає роль, безусловно, в общем-то, физические нагрузки, либо их отсутствие, правильное питание или отсутствие его. Хоч всі вже знають про сезонну алергію, викликану амброзією, та, на жаль, однаково припускаються грубих помилок, які ускладнюють ситуацію, розповідає лікар. Пацієнт приходить до докторам уже тоді, коли аптекар не помог. Це така критична ошибка, тому що дуже довго пацієнти лечаться таблеткою, яку їм продав аптекар. Это настолько серьезная ошибка, что когда они уже приходят к нам, проходит год, второй, третий. И уже на третий, четвертый год у пациента формируются достаточно серьезные, могут сформироваться тяжелые осложнения в виде полипоза носа, в виде бронхиальной астмы, в виде какой-то крапивницы тяжелой. Тому лікар радить в жодному разі не купувати препарати, які рекламують, адже без консультації спеціаліста вони можуть дуже нашкодити здоров'ю. Також лікар пояснює, як розпізнати симптоми алергії та не сплутати їх із застудою. Перше – це сезон. Все одно це не сезон простуди. Это первое. Четко нужно понимать календари цветения. Практически в интернете сейчас везде есть календари цветения. Нам нужно понимать конец июля до практически конца сентября в Одессе это сезон цветения амброзии. Значит, появились симптомы. Поэтому, как только все у вас затягивается больше 7 дней, караул к врачу. Пилок амброзії дуже летючий, він може долати сотні кілометрів. Лікар радить, як зберегти здоров'я в сезон цвітіння. З 3 часов ночі все має бути закрите. Нет открытым окнам, потому что начиная с 4 утра самая высокая концентрация пыльцы. Вернувшись с прогулки, конечно же, нужно обязательно вымыть волосы. Пациенты, которые страдают тяжелыми формами аллергии, амброзийной, все должны привыкнуть носить либо использовать так называемые барьерные препараты. Это тоже целлюлоза. Она вдувается в нос перед выходом на улицу, и слизистая как бы закрыта от возможного воздействия аллергенов. Если есть проявление кожной аллергии, безусловно, это все должно быть закрыто. Это ношение одежды с длинными рукавами. И, конечно же, самое, одно из самых главных, это, конечно, такое понятие, как элиминация. Это мінімально контактувати з причинозначимим алергеном. Тетяна Фоміна, Андрій Кульба, Олексій Селезньов, 7 канал.